Карпотки. У кореша дача купил пару лет назад, постоянно ноет, что пашет там при минимуме профита и спрашивается, нахуя было ее покупать, но продавать дачу он не собирается, а что с такими людьми не так? Все с ними так, как и со старперами. И вот это нытье, это часть его кайфа. Ты должен понимать, что дачу он купил не для профита, и скорее всего сам он понимает, что профита в ней никакой нет. Ну то есть нужно быть откровенно тупым, чтобы не понимать, что сельское хозяйство... семейное, не приносит никакого дохода и не позволяет ничего сэкономить. Просто нужно быть очень-очень-очень тупым и упоротым, чтобы думать, что ты что-то там зарабатываешь или экономишь. На самом деле, люди занимаются землей, потому что им нравится заниматься землей. Потому что это один из самых легких и самых доступных способов проявить свое творческое начало. Именно с работой на земле. Потому что это доступно всем. Вот если вы хотите, вот не знаете, чем заняться, куда бы приложить свои силы, вы можете начать рисовать, но рисовать у вас не будет получаться первые несколько лет. Будете заниматься музыкой, если у вас слуха нет, ничего не получится. Нельзя просто взять и начать чем-то заниматься, чтобы это сразу приносило какой-то видимый результат. И сельское хозяйство дает это. Вот смотрите, жена, ну, пошла в какой-то супермаркет, и ей в подарок дали такой вот наборчик для выращивания. И она просто взяла и дала мне. И я вот этот наборчик открыл, прочитал инструкцию, засыпал семена, полил, и вот я сделал это когда? 8 дней, смотрите, это выросла руккола. Это я сделал собственными руками. Вот она была пустая, а я залил таблеточку водой, таблетка разбухла, превратилась в землю. Эту землю я забил вот в эту, я не знаю, что это, блядь, такое, вот эту хуйню, посыпал семена, накрыл еще землей и полил. И вот поливаю, слежу, чтобы она не пересыхала, поливаю, и вот оно уже 4 сантиметра. Уже пора пересаживать в горшочек просто. Причем пересаживать несложно, просто прям поставить, оно прям прорвет вот эту посудину. Вот и все. И я что-то создал своими руками. Я посадил, я ухаживал за этим, и посмотрите, получилась руккола. Еще через месяц она вырастет до такого состояния, что я могу ее срезать и добавить в салат. И я буду видеть, как в моем салате выращены моими руками руккола. Какой в этом смысл? Что я, что, наэкономил? Назаработал на этой рукколе? Я кому-то продал эту рукколу? Нихуя подобного, даже близко нет. Но я создал что-то своими руками. Если вы мне купите блокнот и карандаши, я не нарисую ничего хорошего, потому что я рукожоп. Если вы мне купите синтезатор или укулеле, я не начну играть сразу. Но если вы просто купите семена лопатой, перевернете землю, насыпите эти семена и будете поливать, то что-нибудь да вырастет. И вы увидите результат своих трудов. Вот прямо здесь ничего не было, а теперь растет. А я могу это срезать, добавить салат и съесть. Я сделал еду. Ну да, я доезжал до дачи на своем автомобиле, тратив бензин каждый день по 100 рублей. И в итоге, конечно, стоимость этой рукколы, если по-честному посчитать, превышает 1000 рублей. Но кому какое дело? Кому какое дело, что руккола стоит 5 рублей? Но я потратил 1000 на бензин, но это же я своими руками. А то, что он ноет, это просто часть. Нельзя же прямо сказать, ну, блядь, я просто трачу деньги на вот такое свое хобби. Поэтому он такой, я якобы хочу что-то зарабатывать, но пока нет. Пока хочу экономить, хочу стать сельскохозяйственником, но пока нет. Фермером, пока нет. Ну, вот это часть этой игры, скажем так. Но люди взрослые, старые, которые просто тянутся к земле, они же ведь уже своим детям ничего не доказывают. Они понимают, что это просто их хобби. Вот ты любишь играть в доту, а он любит вот копаться в земле. Вот и все. Ёбану на хэ, ёбану на хэ, ёбану на хэ.